Однако же все прекрасно понимают, что Россия значительно сильнее против сильнее Люксембурга, тем более играя дома. И 1-0 уже на первой минуте игры. И Александр Кокорин, я еще даже не успел приступить к тому, чтобы объявить вам составы команд, как сборная России, начав с центра поля, всего лишь 21 секунду потратил на то, чтобы довести мяч до Александра Кокорина, который мягким ударом перебросил его через голкипера соперника, через Джонатана Жубера, и тем самым открыл счет в матче. Смотрим еще раз. Здорово поворолся за мяч совсем даже не высокорослый Александр Киржаков, и Кокорин даже с рикошетом от штанги, как показывает нам замедленный повтор, отправляет мяч в сетку ворот соперника.